Доброе утро, мне очень приятно видеть вас снова. We are ready to start another study in the Minor Prophets. Мы с вами готовы к изучению следующей книги Малых Пророков. This is a study of the book of Zephaniah. We are just about to begin. Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Сафонии. I was thinking just a little bit about the study of the Minor Prophets. Я размышлял над изучением книг Малых Пророков. Chances are this is one of the least studied portions of scripture in the whole Bible. И мне кажется, из всей Библии вот эти книги изучаются меньше всего. With the exception of a couple of books like maybe Habakkuk or Jonah. За исключением пары книг из серии Малых Пророков, таких как книги пророка Аввакума и Ионы. Most people are not very familiar with the 12 minor prophets. Большинство людей так и не знакомы с этими книгами. But the minor prophets give us something that is so important for our spiritual lives and for ministering in Jesus' name. Но малые пророки дают нам очень много для нашей духовной жизни и для нашего служения. They give us a grand vision of God's justice and His grace. Они дают нам возможность увидеть широкую картину Божьей милости и Божьей благодати. There are themes addressed in the minor prophets concerning God's wrath. И те темы, которые поднимаются в книгах малых пророков, например, Божий гнев, that are not as emphasized in many other portions of Scripture. Они так уж и подчеркиваются в других книгах Священного Писания. So it is important that we know the minor prophets. Поэтому крайне важно знать эти книги. It fills out our understanding of who God is and how He works in His world. Поскольку они лишь углубляют наше понимание того, кто есть Бог и как Он действует в этом мире. So as we give ourselves to the study of one of the most obscure of the minor prophets. И вот сейчас, приступая к изучению наиболее таких таинственных, может быть, не столько понятных малых пророков. Which is Zephaniah. Книги пророка Сафонии. Listen for what we can learn about God. Давайте посмотрим, что из этой книги мы можем почерпнуть, какие знания мы можем почерпнуть о Боге. And I think we'll all benefit from that. Мне кажется, всем нам это будет интересно и полезно. So we are ready for Zephaniah. Итак, мы готовы приступать к изучению книги пророка Сафонии. This is the third of the pre-exilic prophets that we will study. Это третий из пророков, которые писали до пленения. Having already dealt with Habakkuk and Nahum. Из этих пророков мы уже с вами изучили Наума и Аввакума. Now Zephaniah was written in about 625 BC. Книга пророка Сафонии была написана примерно в 625 году до нашей эры. And of course, by this time, the northern kingdom of Israel had already been destroyed by the Assyrians. И мы с вами уже помним, что к тому времени северное царство было уже разрушено ассирийцами. We don't know anything about this prophet besides what we read in verse 1. О личности пророка нам ничего не известно, за исключением того, что мы читаем в первом стихе. But it is interesting to note that he is actually in the line of King Hezekiah. Но очень интересно отметить, что он происходил из рода царя Иезекии. He's from the kingly line of Judah, Hezekiah's great-great-grandson. Итак, он происходил из знатного рода, из колена Иудина, и был праправнуком иудейского царя Иезекии. He wrote his book during the reign of godly King Josiah. А он написал свое пророчество во времена правления благочестивого царя Иосии. And Josiah was probably the best king Israel ever had after David and Solomon. Israel or Judah? Judah. I meant Judah, yes. Иосия был, наверное, одним из самых благочестивых царей, которые правили в Иуде после Давида и Соломона. He instituted sweeping reforms morally and spiritually. Он проводил такие обширные масштабные реформы как в нравственном плане, так и в духовном плане. Remember, right before Josiah was the king Manasseh and his son Amon. Помните, что до него царствовали Манасе и его сын Амон. Introduced all kinds of evil into the nation. И каких только беззаконий, какого только зла в народе в то время не было. Josiah spent his whole reign getting rid of all of it. Иосия все время своего правления пытался избавиться от этого зла и восстановить духовное здоровье народа. And establishing the worship of Yahweh. И восстановить поклонение Иегове.
What's surprising is that Zephaniah doesn't mention any of the reforms at all in his book. Удивительно то обстоятельство, что Сафония вообще никакие подобные реформы в своей книге не упоминает. It makes me think that perhaps Zephaniah wrote in the early part of Josiah's reign. А мне кажется, что, наверное, он писал в начале правления царя Иосии. When some of the reforms were just starting to take place. А когда вот эти реформы все только начинались. Now, if we end up getting into Zephaniah and think it's hard to understand. That's an understandable thing. А если мы с вами приступим к изучению книги Сафонии и тут же обнаружим, что ее достаточно трудно понимать, то это нормально. Because this book is considered by many to be the most difficult to understand of all the prophets. Поскольку многие богословы считают, что из всех пророческих книг эта книга наиболее сложна для понимания. And the theme of the book is woe to the indifferent. А тема книги звучит так: горе равнодушным. Now let's begin looking at the first several verses of Zephaniah chapter 1. Давайте будем читать первых несколько стихов из первой главы книги пророка Сафонии. The first three verses are just words about a sweeping judgment of the entire world, verses 1, 2, 3. В первых трех стихах говорится о грядущем суде над всем миром. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хуси, сыну Гадулии, сыну Амории, сыну Иезекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазну вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь». All right, so there's this universal picture of destruction. Здесь представляется обширная, всеобщая картина разрушения. It's comparable in scope to the destruction at Noah's flood. Наверное, по масштабам оно приближено к разрушению, которое было во дни Ноя. And then Zephaniah particularizes and starts talking about the destruction of Judah and Jerusalem. А потом Сафония как бы сужает свой фокус и говорит о разрушении Иудеи и Иерусалима. Now, listen carefully to verses 4, 5, and 6. Внимательно послушайте стихи с 4 по 6. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем». The prophet says that the people named and listed here will be cut off. Пророк здесь говорит о том, что люди, которые перечисляются здесь, будут как бы отрезаны. Now we don't understand all that cut off might mean. Мы не вполне понимаем, что это может означать. But it certainly has the idea of being judged. Но все-таки вот эта идея того, что кто-то, кого-то от чего-то отрежут, отторгнут, означает, что это что-то или этот кто-то подвергнется суду. So based on what you just heard from verses 4, 5, and 6, поэтому на основании того, что вы только что услышали из стихов 4-6, what groups of people will be cut off by God's judgment? Какие группы людей будут истреблены во время гнева Божия, суда Божия? The ones who didn't seek the Lord. Okay, that's one group. Very good. Да, дальше. Stepped away from God. It's almost the same. Okay, yes. And that would be from verse 6. Yes. Да, в шестом стихе о них говорится. What else from verses 4 and 5? Это одна и та же категория. А из четвертого и пятого стихов какие люди еще будут истреблены? Которые поклоняются воинству небесному. The ones who worship the hosts of heaven. Yes. These are actually people who would worship the sun, moon, and stars. То есть это те люди, которые поклонялись звездам, солнцу и луне. And during the worst of the days of Judah, when apostasy was most strong. И в самые ужасные дни Иуды, когда беззаконие просто процветало, всякого рода грехи, идолопоклонство. Some Bible scholars believe that on very many roofs of homes in Judah, people would build altars. Богословы полагают, что именно на кровлях многие люди ставили жертвенники и поклонялись воинству небесному. And they would climb up on the top of their homes and they would worship. Они взбирались на кровлю и там поклонялись луне и солнцу и звездам. Okay, so that is another group that will be judged. What's another one? Итак, это еще одна из групп, которая будет подвержена суду. Какая еще группа? Кто еще будет истреблен? The remains of Baal. Yes. Вообще тут написано «всё истреблю с лица земли». I will cut off everything. Всё.
Everything would cut it, if we could say it that way. But he particularizes. Да, сначала он говорит все, а потом, тем не менее, детализирует, что это все, да? И вот остатки вала среди этих, в этом списке есть. And the names of priests and like... Idolatrous priests. And idolatrous priests. Yes. Now, what this fills out our understanding of just how godless the people of Judah were in these days. Вот это помогает нам понять, насколько безбожными были люди в то время. Baal worship. Они поклонялись Ваалу. Worship of Milcom. А поклонялись Молоху. And of course, the worship of Milcom involved child sacrifice. И мы помним о том, что поклонение Молоху подразумевало принесение в жертву детей. So it's small wonder that judgment would come upon the people of Judah. Отсюда совершенно неудивительно, что на Иуду грядет суд. But it's important to note, as Sasha said earlier, но важно также отметить, как уже замечал ранее Саша, that along with these idolaters, что вместе с этими идолопоклонскими практиками, those are judged who simply didn't bother to seek the Lord. И вместе с этими идолопоклонниками были те люди, которые просто не искали Бога. And so it is just as bad in God's sight. И это было такой же мерзостью в глазах Бога. To not seek him as it is to actively seek other gods. Что и прямое поклонение иным богам. То есть это было так же отвратительно, как и идолопоклонство. So there is going to be a tremendous judgment, verses 7 and 8. Следовательно, в 7-8 стихе говорится о том, что на народ грядет Божье наказание. Умолкни пред лицем Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. This is a very graphic image of God himself preparing a sacrifice. Здесь нам рисуется очень живой образ того, что Бог готовит жертву. Normally, of course, when the Jews would perform or offer a sacrifice, обычно, когда евреи приносили жертвы, they would bring an animal from their flocks, они сами приводили скот из своих стад. And that's what they would offer. И именно этот скот они жертвовали, да? In this case, God is bringing something в этом for случае, himself to sacrifice. В этих стихах написано, что Бог сам принесет жертву. And he is bringing жертвенное заклание. The people of the Jews to sacrifice. И в качестве этого жертвенного заклания будут... And he has consecrated guests who will take part in the sacrifice. И он назначил кого позвать, то есть тех, кто будет принимать участие в этом жертвоприношении. And that would be the Babylonians. И это будут вавилоняне. So, very powerful picture. Поэтому я бы сказал, что это очень впечатляющий, очень живой образ. Those who wear foreign garments in verse 6. В шестом стихе. Нет. Clothed themselves with foreign garments at the verse 8, I'm sorry. В восьмом стихе. Я посещу князей, сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Those are probably those who wear festival robes when they're worshiping false gods. Скорее всего, здесь подразумеваются праздничные одежды, которые люди надевали на себя, когда поклонялись идолам. And then verses 9 through 11. И далее стихи с 9 по 11. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных, и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». What we hear in these three verses is Jerusalem in anguish over the destruction by the Babylonians. В этих трех стихах мы читаем об ужасе, который испытывает Иерусалим от того, что вавилоняне придут и разрушат его. And we are seeing destruction because of economic oppression. In verse 9 and 11 especially. В 9 и 11 стихах говорится о том, что вот это завоевание будет сопровождаться экономической депрессией. In verses 12 and 13. А в 12 и 13 стихах. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу, и домы их
в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Now the phrase that I want you to especially think about is stagnant in spirit. А я хотел бы, чтобы вы особенно задумались над фразой которая содержится в 12 стихе. «И накажу тех, которые сидят на дрожжах своих». Вот эта фраза. This is a picture of the people of God who were not zealous for the Lord. Это образ народа Божия, который не испытывает дерзновения по Господу. People who are actually redeemed. Это люди, которые действительно искуплены. These are Jews. Это евреи. Living in Jerusalem. Которые живут в Иерусалиме. Who are indifferent to the Lord. Которые равнодушны к Богу. Their hearts have grown cold. Сердца их остыли. And they are stagnant in spirit, like a pool of water that doesn't flow. И у них происходит такой духовный застой. Знаете, как происходит застой воды в каком-то резервуаре? Now, what would cause a redeemed person's spirit to go stagnant? Как вы думаете, в результате чего дух возрожденного, дух искупленного человека может находиться в состоянии застоя? Что должно как бы спровоцировать такое положение? Can you imagine something like that happening? Можете представить, что такое вообще может происходить? The prophet speaks about spiritual stagnation immediately after talking about economic oppression. Пророк говорит о духовном застое сразу после того, как он говорит об экономической, о каких-то экономических притеснениях, да? And in a context of materialism. В контексте материализма. What we see so often in almost every one of the prophets. Мы так часто, практически у всех пророков. Is that we will be either drawn to love the Lord. Читаем вот какую мысль. Мы либо привлекаемся, мы либо как бы возвращаемся к Богу. Or to love the things of this world. Или же испытываем любовь к материальным вещам этого мира. Поэтому мне кажется, что одна из наиболее ярких причин духовного застоя это то, что, о чем уже говорил Андрей, это неправильная расстановка приоритетов. И, следовательно, как нам избежать этого духовного застоя или выйти из него, возвратиться and к Господу? Remember his grace to us. И вспомнить, насколько Он благ к нам. А потому что если мы не будем к Нему приближаться, то Он приблизится к нам. James chapter 4, verse 8. У Иакова так написано, 4 главе, 8 стихе. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Following this is a reminder that the day of the Lord is coming. А после этого пророк напоминает нам, что день Господень грядет. I would like to ask that someone in the class read verses 14 through 16. Я сейчас прошу кого-то из студентов прочитать стихи 14, 15 и 16. But I would like for you to read it as you think Zephaniah might have said it originally. Но прочитать их так, как с вашей точки зрения их прочитал бы Сафония, сказал бы Сафония. This is a prediction of a terrible day of judgment and destruction. Здесь предрекается ужасный день суда и разрушения. So this would be read with great emotion. Следовательно, эти стихи нужно читать с такой сильной эмоцией. So would one of you be willing to read this with great emotion and feeling? Поэтому я просил бы, чтобы вы очень с большим чувством сейчас эти стихи прочитали. Кто-нибудь? Кто актер у нас? Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня. Горького запеет, тогда и самый храбрый, день гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Can you imagine being in Zephaniah's audience and hearing him
predict this kind of devastation coming. Вот представьте себе, что вы находитесь в числе слушателей Сафонии и слушаете те слова, которые он говорит о разрушении, грядущем разрушении в народе. It will fill fear. It will fill everyone with fear. Наверняка все слушатели Сафонии были исполнены страхом. And the result will be that men will wander around like blind men, not knowing where to go. А в результате люди будут блуждать, как слепцы, не зная, куда идти. The conclusion of this passage comes in verses 17 and 18. 17-18 стих как бы завершают этот отрывок. «И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, и прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Okay. Zephaniah's prophecy is one long sermon dealing with destruction. Пророчество Сафонии представляет собой одно длительное, такое долгое, длинное послание, в котором возвещается о грядущем разрушении. Unlike many of the prophets that have multiple sermons in their books. В отличие от многих других пророков, которые содержат разные несколько серию посланий в своих книгах. Zephaniah just keeps on hammering. Сафония продолжает выражать одну и ту же мысль. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.